Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Подписывайтесь. Не забывайте, также у нас есть интересный телеграм-канал Новости СВ. Пожалуйста, здесь все вот новостное есть, там циферблатики можете, приложения какие-то бесплатные даже скачивать. Но также здесь у нас есть и чат, где вы можете задать определенный интересующий вас вопрос и оперативненько получить на него ответ. Ну а мы с вами, дорогие друзья, к теме нашего видосика. Вот такой, кстати, циферблат в описании видео можете приобрести, тем самым помочь каналу СВ. Ну, поехали. Телеграм, значит, вы подписались уже, да? Ну вот. А нам шахматы интересны. Вот такая вот приложуха, прям реально крутая приложуха. Я вам сейчас объясню, почему и чем она хороша. Называется приложение «Наручные шахматы». Вот здесь, смотрите. Первая, значит, вкладочка. Здесь их вот много. Сейчас я вам пробегусь по ним по-быстренькому. Первая вкладка. Это та игра, на которой вы остановились до этого. Вот если вы играли уже, в принципе, можете сразу войти. Она не сбрасывается. Это круто. Здесь же новая игра. Здесь же у нас еще есть вот офлайн, когда вы играете, так скажем, с самим приложением. А есть офлайн, онлайн вернее, да. Нажимаете, для этого нужно зарегистрироваться. Нажмете, он вас переведет в телефоне. В браузер, там зарегистрируйтесь и сможете играть онлайн по выбору, да. Ну и здесь, короче, получается рейтинг игроков, которые играют, так я понимаю, наверное, онлайн. Следующая, дорогие друзья, вкладочка, это у нас Live TV. Это тот, кто сейчас играет онлайн. И сколько человек, кстати, здесь играет, по-моему, тоже должно отображаться. Вот сейчас происходит, здесь проходит две игры. Нажали на одну. По-моему, как-то перейти же надо на вторую. Вот, по-моему, вторая, да, игра уже. Точно. Вот так переходим с одной на вторую. Здесь у нас, дорогие друзья, какие трансляции сейчас идут. Вот они. Две штучки идут. Вы к ним можете перейти. Онлайн именно сейчас нажали. И, пожалуйста, можем смотреть, какой раунд там и так далее и тому подобное. Далее вкладочка есть тоже достаточно интересная. Это сколько каналы доступны для онлайн-трансляций. Нажали, и вот сейчас смотрите, пожалуйста, вот кто-то играет, и т.д. и т.п. Короче, интересная тема. Ну и следующий у нас, здесь, значит, профиль не авторизирован, ну и вот сам профиль. Здесь у нас выйти, да, а также можно написать, я так понимаю, разработчику. Короче, игрушка классная, лично мне понравилась, я тут в нее, как вы видите, играю, нет-нет, вот открываю и вперед, погнали. Просто все здесь, пожалуйста, сейчас и выбор. Так, мой ход, я нажимаю и сходил, пожалуйста. Следующий идет, теперь мой ход. Нажимаю, вернее, вот на выбрал и сходил. Сейчас он меня схавает. Нет, не схавал, молодец. Хитро играет. Короче, приложуха классная. Ссылочка в описании видео. Если вам не удается ее скачать, пишите, пожалуйста, проходите в чат, там пишите, помогу, чем смогу. Ну и, может, ссылочку дам на АПК-файлик, так как она бесплатная, ничего страшного, думаю, не будет в общей группе. Посмотрите, скачайте и поиграйте. Вы же были на канале SmartWatch, не забывайте подписаться. А телеграм-канальчик тем более. Пока!